Гибель рабочего на стройке в Троицке вылилась в уголовное дело. По факту гибели мужчины начал проверку Следственный комитет. Накануне оперативному дежурному поступило сообщение об обрушении строящегося здания по улице Гагарина в Троицке. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то не смогли сразу приступить к разбору завалов и поиску пострадавших. Была вероятность обрушения перекрытий второго этажа. И когда опасность устранили, приступили к поиску погибшего. Его достали. Выяснилось, что в момент обрушения 23-летний рабочий находился на крыше здания, а после падения его придавило двумя железобетонными плитами. Травмы оказались смертельными. Прокуратурой города Троицка по данному факту организована проверка, в ходе которой будет проверено соблюдение градостроительного законодательства при возведении здания. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Теперь в обстоятельствах обрушения дома будут разбираться следователи. Впрочем, изучат и то, как соблюдались меры безопасности на объекте.